Разгрузка элементов пролетных строений практически в ежедневном режиме. На строительную площадку уже привезли 13 из 60 секций. Из них и будет состоять проезжая часть будущего путепровода. У нас будет из данных секций собираться три пролета. Один длинный, 49 метров практически длиной, и два покороче, один 27, другой 30 метров. Всего таких у нас пролетов будет в сечении в поперечном 6, то есть 6 линий с промежутками, потом поверх которых будет устраиваться уже железобетонная монолитная плита, поверх которой уже будет, соответственно, асфальтобетон укладываться. Общая стоимость металлоконструкции вместе с доставкой порядка 320 миллионов рублей. Монтировать секции специалисты начнут в начале следующего года, после укрепления грунта. Дорожники также рассказали о других работах на объекте. На большом мы закончили устройство буронабивных свай на четвертой опоре. Сейчас на этой неделе заканчиваем устройство буронабивных свай первой опоры. Вторая опора у нас другой конструктив, неглубокого заглубления, без буронабивных свай. И к третьей опоре мы приступим через неделю ориентировочно. Тоже ждем сейчас поставку шпунта. Как только шпунт приходит, мы забиваем, так как там железная дорога рядом. И потом приступаем там уже к устройству буронабивных свай. Продолжаются работы и на маленьком путепроводе. Для его обустройства начинают поступать железобетонные блоки. Специалисты дорожного управления отмечают, что отставания от графика нет. Запустить мост на новом рынке планируют в ноябре следующего года. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.